Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня у нас цыганский расклад на ситуацию. Давайте посмотрим, какие же колоды мы выберем и какие нам, собственно, лучше бы выбрать. Давайте возьмем первая колода 78 дверей. Вторая колода Таро Безумной Луны возьмем. Какую возьмем третью колоду? Давайте возьмем, колесо года возьмем. Выбирайте колоду и подписывайтесь, чтобы меня не потерять, кто еще не подписан. Обязательно ставьте лайки. В комментариях пишите, какую колоду выбрали, какая колода проигралась. Итак, что у нас по цыганскому раскладу? Цыганский расклад на ситуацию. Что в нем есть? Давайте посмотрим. Мы посмотрим, и кто вы, и что украшает, и пугает, и куда все это ведет. Кто выбрал колоду номер 1, 78 дверей. Сосредотачиваемся, смотрим. Смотрим, твое я, кто ты и что ты. Ты человек ответственный, обязательный. Если ты женщина, то ты у таких людей просишь помощи. Король мечей, если все-таки женщина в короле мечей, женщина ответственная, указывает, кстати говоря, на врача. Здесь вот, как мы видим, идет такая помощь. Человек придет в любое время года и поможет. В принципе, это мы сейчас смотрим, да, вообще на ситуацию. В целом, какая бы у вас ни была ситуация, смотрим по жизни, да, что вы, кто вы, и давайте посмотрим, что же украшает, да, что вас украшает. Как ни странно, но украшают деньги. Если вы женщина, то рядом может украшать и мужчина. Но именно с деньгами. Куда же без него? Куда же без этих украшений? Тут идут ценности и драгоценности. Тут, конечно, нехорошие поступки украшают. Да не о хороших поступках. И тем не менее, ну почему бы и да, можно украшаться и богатыми, приятными штуками. Что пугает тебя? Давайте смотрим, что пугает. Пугает, что придется решать вопрос творческим путем, что придется по-своему все видеть, дороги открывать, что они закрыты будут, да, это же вот тоже так, тот момент, что придется много над этим работать, чтобы дороги открылись. Давайте посмотрим, что же тогда, что ведет тебя, да, что тебя поддерживает. Да, таким людям, как ты, даются, конечно, испытания. Любое разрушение, оно, я бы сказала, не то чтобы поддерживает, оно такого волшебного пендаля дает, чтобы лететь дальше и развиваться. Ого-го как, ого-го какая обратная связь. Я бы сказала, что оно, так скажем, ведет жестко, не понимаешь, да, почему так происходит. На самом деле тут всякие кармические уроки в башне в разрушении. Надо, чтобы старое разрушилось, иначе новое не построишь. Исходя из своих обязательств, стройте, пожалуйста, сразу надежное, потому что когда все разрушается... Ненадежные не там башню построили и поставили, поэтому лучше из нее сбежать. Потушить ее не получится, да и еще тут все, что не нужно, сгорит, обрушится и упадет. И вообще лучше бежать сейчас от этого. Почему дает Вселенная такие уроки? Это, конечно, лучше на личных консультациях разбирать. Давайте мы просто продолжим. Если нужна моя помощь, жду вас, конечно. Ссылки указала в описании канала, ну, а в описании этого видео тоже будут ссылки, прикреплю о том, что, да куда и как ко мне обратиться, чтобы разобраться вот с этой вот штукой, потому что не разрушив старое, вы дальше в развитие не идете.
Давайте посмотрим тогда, да, чего же достигнете, к чему идете, чего надо вам достигать. Вы прямо тут как Алиса в стране чудес. Что мы тут видим? Алиса слишком большая, чтобы пролезть в дверку. Она может просто перелезть через этот забор. Но она почему-то хочет в эту дверку. Возможно, у вас цели маленькие по сравнению с вашим всеобъемлющим охватом. Просто потому, что вам нужны большие цели, большому кораблю, большое плавание. Вы слишком, я бы сказала, унижаете себя, хотите проползти туда, ну куда, в принципе, лезть-то и не стоит, может быть. Давайте посмотрим, что с тобой станется. Расклад цыганский, интересная трактовка, что станется. Да? Угу. Созависимые отношения. Тут может быть и сексуальное влечение, и вообще какие-либо зависимости. Но, в принципе, как оно все происходит, в принципе, все логично. Если уж тут разрушается, куда мы пойдем? Там, где легко спрятаться в созависимости. И в чем смысл этой ситуации, которую мы смотрим? Угу. Смысл-то в том, чтобы вы прорывались, пробивались. Может быть, от любопытства кошка сдохла, но вы нет. Чтобы все равно что-то узнавали, чтобы понимали, чтобы прям хоть сквозь закрытые двери, но проходили. Про таких людей обычно говорят, без мыла куда надо залезет. Но с другой стороны, зато результаты есть. А результаты у вас есть. Вот по королю, вы в короле Пентакли. Если это расклад и смотрит сейчас мужчина, знаете, что деньги у вас есть, знаете, что обязательства есть, людям надо помогать. Если вкратце, да, мы резюмируем сейчас, что надо строить более большие планы. Из созависимости, это могут быть всякие алкогольные моменты, надо выбираться и идти жить дальше. Что-то узнаете и будете удивлены. И пусть лучше так, чем никак. Ну, по крайней мере, вот так у нас идет расклад на ситуацию. Это была первая колода. Надеюсь, вам помогут эти советы в дальнейшей жизни для тех, кто выбрал первую колоду. Так, дальше у нас идет колода номер... Так, это у нас вот колода номер... Два Таро Безумной Луны. Кто выбрал цыганский расклад на ситуацию Таро Безумной Луны, сосредоточились. Посмотрим на ваше я. Что твое я? Вот да, человек-император, который готов завоевать буквально весь мир. Проботить, прижать, использовать. Захотел всем властвовать и владеть. Человек-владелец. Тоже вас украшает, да, что тебя украшает. А вот рядом украшает императрица. Ну, почему-то вы с ней смотрите в разную сторону. Если расклад для мужчины, то вас украшает женщина. Если расклад для женщины, то, конечно, рядом, вот, рядом пара. Рядом мужчина и женщина. Почему-то друг от друга сейчас отвернулись. Конечно же, обязательно женщина украшает мужчину, обязательно, ну, не может, да, тут парочка, баран да ярочка, император с императрицей, не может быть такого, чтобы они друг друга не украшали. Единственное, что вот, если брак долгий, воротит друг от друга уже, или смотрите в разную сторону, и нет уже таких дружеских привязанностей, и тем не менее, вот ваш союз есть. Давайте посмотрим, что пугает вас, что пугает, пугает, пугает. А почему-то у вас такие созависимые отношения, что я бы даже сказала, вы больше боитесь, что все будет хорошо. Даже с этим же человеком в этой же семье. Боитесь. Если расклад на работу, то прямо боитесь, что если будет хорошо, мне за это придется платить. Потому что у нас всегда тосты такие на застольях за то, чтобы у нас все было, и ничего нам за это не было. Боитесь, что за это придется платить? Что это все хорошо, как будто вот сейчас буду радоваться, а потом буду плакать, а плакать не хочется. И вы отказываетесь от радости в жизни. Давайте тогда посмотрим, что же, да, вас ведет,
что вас ведет. Ой, садомазохизмом любите заниматься, любите, чтобы вам говорили, что вам делать, куда вам идти, кто в чем виноват, другим людям любите указывать, управлять ситуацией, может быть, даже силой. Тут, по крайней мере, идет, да, такое состояние, что можно силой прижимать и прикручивать все это состояние. Но, видимо, вам по-другому нельзя. Боитесь, что будет хорошо, но это, в принципе, просто влияние негативных блоков. А почему-то, когда вам дают пендали под жопу, вы начинаете действовать, и это вас и ведет. Через чувство вины. Виноватитесь и сами себя наказываете. Что себе не даете и что-то себе не позволяете. Давайте посмотрим тогда, чего же вы достигнете. Чего достигнете? Ну, результатов хороших достигнете. Может быть, конечно, с садомазохизмом, но результаты хорошие. Тут и начало нового, тут, если по работе, начало новых проектов, новых идей, рождение и, на, ну вот, что называется, поддержка, и вы готовы поддержать, и у вас все будет хорошо. В принципе, это о плодородии таком, да. В принципе, результаты-то вы создаете хорошие, главное, чтобы вы их оценивали и понимали. Может быть, они на фазе зарождения, и может быть, их даже много на фазе зарождения. Не обесценивайте, пожалуйста. Я могу вам сейчас сказать по этой карте, вы молодцы. Вы со многим справились. Не обесценивайте себя. Вы заслужили вот себе счастье. Просто потому, что вы есть на земле, а не из-за того, что вы должны себя сами гнобить и себе что-то запрещать. Смотрим, что с тобой станется. Да? Что? Заработаете много денег. Короле Пентаклей. Вы любите комфорт, уют, но приходится за деньги-то сражаться. Тут прям иногда идет, конечно, момент выживания, но придется стоять за своей жизнью. Тут, конечно, есть и владелец заводов, газет, пароходов, да, можно трактовать эту карту, но вы же это строите, вы же это создаете, вы же к этому приходите, вот с вами так и станется, что и деньги будут, и вы с деньгами. И давайте тогда посмотрим, в чем смысл ситуации. О, да, тут у нас прямо идет завоевание мира целого. Вовлекайте в себя людей, что бы ни было. Мне кажется, многие сейчас, да, чувствуют то, что они чего-то недостойны. Но на самом деле надо до конца идти, не бросать на полпути, идти до конца, это раз. Единственное, что ваши чувства могут заржаветь на этом пути, не переставайте любить, а то у вас одни сплошные планы. Тут вот прямо император, государство это я, и я есть государство, и всех важных, сильных королей собрали. Иногда, конечно, тут может вести, поддерживать алкоголь, но все равно вы сами по этой карте вот здесь можете себя обвинять в том, что вы чего-то не заслуживаете, недостойны, потому что прибухиваете, если не справляетесь. А ваши цели и смысл ситуации в том, чтобы вы завоевали, да, весь мир покорили. Вот ваш проект начальный, где бы он ни был, в каких бы он ни был отношениях и в каких бы он ни был результатах. В принципе, это хороший расклад, если так посмотреть, со своими тараканами, тем не менее работающий. Это работающая стратегия. Ну, так уж бывает, да, стратегия работает. Кто кого покоряет, все покоряется, все дается, все удается. Для тех, кто выбрал третью колоду «Колесо года», давайте посмотрим, что происходит. Цыганский расклад на 7 карт. Твое я смотрим, как обычно. Твое я. Ты человек, который созрел к чему-то новому или созрела, если вот для женщины так. Для тех, кто ждет или хочет ребенка, как раз самая благоприятная карта готовности к рождению, к воплощению жизни.
мечтаний, к воплощению этих мечтаний как раз-таки в жизнь. И яблоко тут срывается, да, тоже готовность к тому, что вот сейчас сорвется яблоко. И это яблоко, это всегда результат. Уже они срываются, это уже плоды, плодоносит. Что же тебя украшает? О, тебя украшают люди вокруг, социум, успех. С одной стороны, ты, конечно, на том еще коне, но с другой стороны, когда ты людям помогаешь, тебя обязательно любят и дети, там и взрослые, и родственники. В принципе, тебя украшают люди, твои поступки тебя украшают. Что тебя пугает? Давайте посмотрим. Да ты красотка, если женщина, да? Для мужчины могут пугать женщины из-за неуверенности в себе. А для женщин уверенность может давать сбои. Тут, в принципе, вы не особо из пугливых-то барышень. Много что прошли, если женщина, и ничего, собственно, и не пугает. Но иногда вы сомневаетесь. Правильно ли вы идете? В правильную ли сторону вы идете? Потому что это изобилие длится долго, и вы боитесь его потерять. Но пока не теряете, пока все в балансе находится. Смотрим, что вас ведет. Ох, борьба ведет. Для мужчин это соперничество, и конкурентная борьба выводит на новый уровень. Для женщин, и это тоже та еще борьба, если тут стоит женщина, женщина претендует на высокооплачиваемые посты в работе, женщина претендует на силу, претендует на соперничество, и она находится в сопротивлении. Вот это вот постоянное сопротивление, оно, значит, ведет. Оно дает возможность держаться, жить дальше, утверждаться, развиваться. В принципе, это... И это нормально. И это бывает, и такое бывает. Ну что, чего вы достигнете? Смотрим. О, тут прямо туз пентаклей. Если на отношения запросы, отношения гармоничные будут достигнуты. Если запросы на ситуацию, на работу и финансы, это большие деньги. Вас ведут к большим деньгам, на секундочку. И вам их дают. Да, есть конкуренция, есть сопротивление, и тем не менее вы созрели вот по этой карте, готовы получать все блага и результаты. Что с тобой станется? Смотрим. Деньги, 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 деньги. Вы к этому и шли, вы этого и добивались. Деньги будут в вашей жизни. И будет... Ну, тут очень хороший расклад, тьфу-тьфу-тьфу. И в чем тогда смысл ситуации был? Делиться. Делитесь. Есть люди, которым нужна ваша помощь и поддержка. Делитесь деньгами, благами, поддержкой, чем угодно. И вам тогда это все вернется и воздастся. И вас увидит, и вас заметит, и вы запустите большой, огромный взаимообмен энергии. Вы делитесь. Вы отдаете, и Вселенная вам отдает. Смысл ситуации в отдавании. Смысл ситуации в том, что вам это пришло, потому что есть кто-то круче и больше, кто вам отдал. Так запустите же этот процесс добра дальше. Тогда вам будет больше возвращаться, и вы все больше и больше будете расти. Это тоже хороший расклад. Очень благоприятные расклады, говорящие о том, что нельзя сдаваться, надо идти, надо двигаться дальше. Все три расклада были просто великолепны. Просто достижение целей, достижение результатов, достижение, может быть, конечно, результаты эгоистичные, но они приятные душе. Почему бы и да? Просто давайте себе позволим так жить. Аминь, аминь, аминь. Кто не подписан, подписывайтесь. В комментариях пишите, как вам расклад. Обязательно жду вас на личных раскладах, консультациях и, конечно же, на ритуалах. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!